И вот толпой со всех сторон. Именно так было несколько минут назад. Сегодня мест свободных не будет. Не переключайтесь, мы ведем прямой репортаж с Сантьяго Бернабеу. Здравствуйте, и мы приглашаем вас все-таки на футбол. Меня зовут Георгий Черданцев, моего коллегу Константин Кенич. Хотя в такую погоду, конечно, не в футбол играть надо, а лепить снеговиков. Да, Георгий, действительно, погода подкачала, выпал снег, и мало кто этого ожидал. Наверное, в такую погоду правильнее проводить соревнования среди биатлонистов, а не играть в футбол. Но что имеем, то имеем. Сегодня Реал Мадрид встречается с Хетафе. Как показывает нам турнирная таблица, если команда хозяев завершит этот матч с положительным результатом, она возглавит турнирную таблицу. Успешно играет команда в этом сезоне. Да, все еще может измениться, и сезон в самом разгаре, но пока они в числе лидеров. Смотрим на состав мадридского Реала. Три нападающих. Это серьезная угроза для соперника. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. Посмотрим, как будут играть гости. Центр поля получился крайне насыщенным. Это позволит команде развивать атаки в разных направлениях. Реал Мадрид разыграл мяч в центре поля. Игра началась. Месси. Погба. Смотрим за атакой. Стремительно она развивается. Нужно забивать и выходить вперед! Чуть выше перекладины. Неймар. Мбаппе. Лука Модрич. Поль Погба. Есть пространство, есть варианты для развития контратак. Есть адрес у этой передачи. Проходит эта передача, может быть опасно. Угловой будет. Едва ли сегодня будет много моментов, так что болельщики приветствуют этот удар. Ну, точно. Попадает под прессинг. Мбаппе. Лионель Месси. Неймар. Месси. Пол команды обыграл. Ничего себе. Конечно же, о Килиане Мбаппе стоит упомянуть. Но обычно он очень поторопился игрок с рывком. Вне игры фиксирует арбитр. Лука Модрич. Мбаппе. Казимир. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность. Поль Погба! И счет в матче открыт. Отлично они начали. Быстро решили забрать игру себе. И гол в этом, конечно, плане лучший помощник. Отличный пас и великолепный гол. Разыграли как по нотам. Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще. Реал выигрывает, что, в общем-то, неудивительно. Максимович. Модрич. Мбаппе. Месси. Неймар. Он накручивает соперников одного за другим.
И он забивает. Какой мощный, резкий удар с близкого расстояния. Вратарь еле увернулся. И вот еще один гол. Практически дуплетом. Потрясающий, конечно, эпизод. Потрясающий, наверное, во всех смыслах. Два-ноль. Отыграться теперь будет труднее. Максимович. Мяч у вратаря. Все в порядке. Мбаппе. Модрич. Лионель Месси. Мбаппе! Пониже бы мяч пустить. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Мбаппе. Модрич. Месси. Погба! И мяч в воздухе после такого выноса. Мбаппе. Грамотный пас, все по делу. Мбаппе. Есть Поль Погба на дальней штанге. Лука Модрич. Потерял он мяч, но кому он достанется? Неймар. Снова с мячом Модрич. Погба. Неймар. Лионель Месси. Погба! Мадридский Реал получает право на угловой удар. И прямо в центр штрафной мяч летит. Хороший вынос мяча из штрафной. Оставляет мяч для навеса. Модрич. Заблокирован удар. Неймар. Момент у поля Погба. Погба! От штанги мяч отскакивает, забивай! Мяч выбит. Это конец перспективной, в общем-то, атаки. И сейчас этот аут для соперников Реала может быть очень опасен. Виейра. Лука Модрич. Лионель Месси! Мяч в руках у голкипера. Можно было пробить и получше. Снял мяч у нападающего в своей штрафной. Можно подавать тут. Амад Дидью. Перекладина, но мяч в игре. Погба. Очень обидно им должно быть, потому что мяч попал в каркас ворот. Они были близки к голу. Модрич. Поль Погба. А вот и атака Реала. Лионель Месси. Погба! Все правильно сделал вратарь, просто отбил мяч в сторону. Угловой удар, мяч у мадридского Реала. В центр штрафной подан мяч с углового. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Это аут. Пас на ход партнеру. Штрафной подачи, есть там кому сыграть. Ужасное исполнение, вратарь с мячом. Лука Модрич. Поль Погба. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Неймар. Поль Погба. Передача на Модрича. Мбаппе! И выше ворот приходится этот удар. Амад Дидью. Максимович. Амад Дидью. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Неточную передачу отдает Лионель Месси. Судья добавляет 3 минуты.
Модрич. Месси. Неймар. Казимир. Много игры в пас сегодня. Ставка на владение мячом, на контроль мяча у них. Атака через фланг. Есть тут свободное пространство. Уверенно действовал в перехват. Серьезный перевес одной из команд после 45 минут игры. 2-0. Продолжается наш матч, второй тайм. Максимович. Хороший пас на ход. Вратарь в игре, выбивает мяч в поле. Отличный перехват. Это Мац Хумельс. И снова точно. Он сегодня просто великолепен в игре в пас. Лионель Месси. Казимир. Лионель Месси. Погба. Снова с мячом Месси. Мбаппе. Мбаппе. Штанга. Момент не закончен. Защитник отводит угрозу от своих ворот уверенным выносом мяча. Не в первый раз уже сегодня, кстати. Глубокая и насыщенная линия обороны. Такую сложно будет пройти. Погба! Перекладина играет за вратаря. Казалось, что будет гол, в перекладину мяч попал. Теперь можно и дух перевести. Мяч забирает голкипер. Замену сейчас тренер хозяев проведет. Да, игрок готов уже выйти на поле. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Мне вот интересно, Константин, Поль Погба, как тебе в первом тайме? Я думаю, что он должен быть немножечко расстроен по итогам первого тайма, несмотря на то, что на его счету один забитый мяч есть, но он все-таки был близок к дублю. Но не сложилось. Грамотный пас, все по делу. Модрич. Как же здорово он играет в пас. Все верно. Края надо чаще задействовать. В штрафную подачу есть там кому сыграть. Поль Погба. Казимир. 30 минут играть осталось. Карвахаль. А здорово ведь играет этот парень, а? Да, и видно, что получает удовольствие от игры. Возможно, он сейчас... Амад Дидиу. Вперед идет атака. Интересно может быть. Слухи давно ходили об интересе Манчестер Юнайтед к новой покупке, но сегодня дошло до конкретики, насколько я знаю. Есть у тебя что-то на этот счет? Да, трансфер наконец-то состоялся, и, похоже, игрок действительно стоил того, чтобы бор... Судья фиксирует офсайд, и тут такая сложная ситуация, сразу не скажешь. Свежий игрок выходит на поле у мадридского Реала. Марсело. Такие передачи придают атакам остроты. Грубо в отбор играет он. Желтая будет. Это желтая, все по делу. Ну, смотрите сами, это штрафной. Железный штрафной. Здесь, по-моему, все однозначно. Явная игра в ногу, а не в мяч. В футболе такое всегда карается штрафной. Мбаппе. Хесус Вальехо. Неймар. Потеря, все в оборону. Все верно, выносит он мяч из своей штрафной. Просто подарил он мяч сопернику, наверняка получит нагоняй от тренера за это. Хорошо, успешно, полезно действовал в этом матче он, но тренер его меняет. Карвахаль. Льоренте. Поль Погба. Месси. Неймар, бить надо!
Просто и надежно сыграл вратарь. Отбил мяч куда подальше, да и дело с концом. И удар с угла поля выполнит мадридский Реал. Мяч летит в центр. Поль Погба. Чуть-чуть поточнее был бы гол. Основное время истекает через 20 минут. Игра головой, и мяч уходит за боковую. Неймар. Поль Погба. Мбаппе. Кевин Де Брюйн. Месси. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Неймар. Льоренте. Де Брюйне. Тренер гостей готовит замену, по всей видимости. Игрок стоит уже у кромки поля, и сейчас арбитр даст отмашку, и футболист появится на поле. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Травма, судя по всему, какие-то мышечные проблемы. Достает голкипер этот мяч, но не может удержать. Пониже бы мяч пустить. Он провел отличный матч и теперь покидает поле. Реакция болельщиков говорит сама за себя. Да, этот парень из тех, кто может решить исход встречи. Хесус Вальехо. Хумельс. Виейра. Неймар. Очень хорошо друг друга партнеры чувствуют. Игра в пас просто на высоте. Да, и глаз радуется, что, к сожалению, в наше время не о каждой команде можно сказать. Погба. Роналду пушка страшная. Угловой будут подавать футболисты Реала. Навешивает с углового Роналду. В перекладину мяч попал. Да, мяч попадает в каркас ворот. Возьми чуть пониже, и точно был бы гол. Неймар. Криштиану Роналду. Неймар. Льоренте. Играют в короткий пас. Они сегодня много. И, видимо, ставка сделана на владение мячом. Льоренте. Хорош вратарь. Как классно он с этим ударом справился. Очень-очень здорово сейчас проявил себя вратарь. С углового подает Де Брюйне. Мяч достается сопернику. Тут явно не ожидал такого подарка. Льоренте. Де Брюйне. Поль Погба. Победителей не судят, конечно. С таким перекатыванием мяча и судить некому будет, потому что разойдутся все скоро. Де Брюйне. Мбаппе. Вратарь спасает, но эпизод еще не окончен. Выбивает мяч игрок. Амад Дьедиу. Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. Было достаточно времени у обороняющейся стороны для того, чтобы перегруппироваться и сделать все, чтобы контратака до ворот не дошла. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Все, судья отдает свисток к окончанию матча. Мадридский Реал сегодня был лучше и победил. Матч завершен. Это победа, а победители, как известно, не судят. А 3 очка, как мы с тобой знаем, так сказать, не пахнут.